Глава 32. Вторая книга Паралипоменон. После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники, и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии к царя Иудейского. После сего послал Синахирим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Езекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Синахирим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму пред жертвенником единым: поклоняйтесь, и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии и раба его. Письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его, и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих войски царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресла его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синахирима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но
не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но, как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в дни Езекии. И было у Езекии богатство и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний потрог, проток вод Гиона, и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 33, вторая книга Паралипоменон. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. Делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его, и поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых. Я положу имя мое навек и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел иудеи и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали его. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Ахела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, выбросил их за город.
И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты, и поставил изображение Астарты и истуканов, прежде нежели смириться, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34, 2 книга Паралипоменон. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных литых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их. Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры, разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. 18-й год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасию, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелки, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связи и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мирариных, и Захария, и Мешулам, из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. И начал Хилкия и сказал Шафану, писцу, «Книгу закона нашел я в доме Господнем».
и подал Хелке эту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают, и высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия священник», и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелке и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, попросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля, и за Иуду, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя к Алдане, пророчице, жене Шаллума, сына Тавкигахов, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: вот, я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился предо мною и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот, я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ, и послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и с ним все Иудеи, и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого. И он прочитал вслух им их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих.